И печальная новость этой недели. Ушел из жизни бывший глава Украинской греко-католической церкви и претендент на папский престол, блаженнейший Любомир Гузар. Было ему 85 лет. Без преувеличения. Любомир Гузар – неоспоримый авторитет нации. Родился он во Львове, а перед окончанием Второй мировой семья эмигрировала в Америку. В католическом университете Вашингтона Любомир получил образование и был рукоположен в священники, а затем переехал в Рим. В Украину Гузар вернулся в начале 90-х и уже в 2001-м возглавил Украинскую греко-католическую церковь, которой руководил 10 лет. Вчера тело блаженнейшего доставили во Львов, в собор святого Юра. Люди нескончаемым потоком идут проститься со своим понтификом. Они выстраиваются в очередь, чтобы попасть в храм. Приносят желтые хризантемы в знак разлуки и белые розы, как символ чистоты души. Завтра по улицам Львова проследует траурное шествие, после чего тело блаженнейшего перевезут в Киев. Похоронят Любомира Гузара в понедельник в крипте Патриаршего собора Христового.